Добрый вечер, я приветствую всех на территории свободы. Сегодня у меня в студии Александр Муравский, экс-вице-премьер, экономист. Мы будем пытаться начинать подводить экономические итоги года, но, конечно, они будут в связке с политическими, потому что зависимость тут прямая. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Добрый вечер. Я благодарю вас, что вы нашли сегодня время. Спасибо за приглашение. Вы впервые у меня в студии, да, новый? Да. Надеюсь, вам будет комфортно и разговор получится интересным. Я уже в начале, чуть не забыла, приветствуем наших друзей из диаспоры, которые нас смотрят сейчас на Диаспора Медиа, тех, кто смотрит на странице «Территория свободы». И я сразу скажу, что с Нового года мы готовим еще несколько сюрпризов, поэтому, как говорится, оставайтесь с нами, следите за нами. Новости на нашем телеграм-канале, кто хочет поддержать на нашем кошельке Patreon, можете поддерживать то, что мы делаем, если вам нравится наша работа. И переходим непосредственно к ситуации в стране. Александр Сергеевич, экономика Молдовы за этот период, за этот год, насколько изменилась ситуация и если изменилась, к лучшему или худшему? Я думаю, что экономика Молдовы в этом году показала, что она обладает определенными инерционными механизмами, что если ее особо, как говорится, не бить ни с одной, ни с другой стороны, то она более-менее какой-то период может работать за счет инерции рыночных механизмов. Потому что если посмотреть на этот год, то давайте так будем говорить. 6 месяцев у нас было временное правительство, которая не принимала никаких решений, не имела права ни по закону, ни чисто даже психологически можно понимать людей, которым надо отсидеть свой срок до прихода нового правительства и обеспечить просто оперативное управление. Новое правительство, которое пришло и уже 4 месяца работает, на сегодняшний день я не могу не назвать ни одного радикального экономического решения, которое повлияло бы на работу экономики. То есть налоговая политика та же самая, инвестиционная политика та же самая и так далее. И единственное, что произошло ухудшение, с моей точки зрения, кадровой политики, но это на уровне министерств. И поэтому в этом отношении экономика, в общем-то, проработала достаточно свободно, без влияния правительства на нее. Что касается итогов, то тут вопрос ведь заключается, кто как будет оценивать. Я думаю, что правительство к концу года будет говорить о том, что, смотрите, несмотря вот на такие тяжелые ситуации, мы держим ситуацию под контролем, и вот даже данные по январю-сентябрю показывают рост ВВП. Да. 10%, рост продукции промышленности, до уже данные по октябрю 11% по сравнению с октябрем прошлого года. Сельское хозяйство продемонстрировало рост, то есть вот эти показатели. Вот. А критики и эксперты, они, конечно, будут больше обращать внимание на то, что этот рост, во-первых, по отношению к прошлому году, который действительно в экономике провалился. Ну, мы знаем причины. И второе, это год инфляции. Да. Это год, вот мы уже имеем данные, что уже по ноябрю у нас инфляция годовая кумулятивная 12,1%. За декабрь еще добавим, я думаю, годовой выйдем на 15, если не больше. И таким образом, если мы начнем пересчет роста ВВП, роста продукции промышленности, сельского хозяйства, который дает рост в текущих ценах, начнем переводить с учетом инфляции в сопоставимых, то окажется, что роста нет и, может быть, по каким-то группам будет и падение. Но в данном случае это тот случай, когда я не могу, я при всей достаточно моей жесткой критике правительства, власти по многим направлениям, в этом отношении я не могу особо их критиковать, потому что прекрасно понимаю ситуацию. Я еще раз повторяю, что положительный фактор экономики в том, что она обладает определенным инерционным механизмом, отрицательный фактор – этот инерционный механизм не так легко сразу повернуть. То есть те решения, которые ты принимаешь, они дадут отдачу через какой-то период времени. И проблема заключается в том, что я еще раз, может быть, повторюсь, но я пока не вижу этих решений, которые закладывают фундамент для будущего роста. Это то, о чем я хотела спросить. Какие решения вы ожидали для того, чтобы мы могли говорить о том, что будет изменение инвестиционного климата, для того, чтобы мы могли говорить, что будет рост экономики, что будут какие-то предприняты правительством решения для того, чтобы наша экономика не продолжала инерционное, да, движение, а развивалась, тем более более быстрыми темпами? Ну, я думаю, что
Значит, есть вещи экономического и неэкономического решения. Я прекрасно понимаю желание и кампанию, так сказать, очистить общество от коррупции, от воровства и так далее. Но когда это превращается действительно в кампанию, и мы с вами видим сегодня чуть ли не каждый день маски-шоу, и объявляют, вот сегодня там уже 13 человек арестовали, там еще, и за эти 4 месяца, как начались, ну, 2 месяца, как маски-шоу идут, людей задерживают на 30 суток и держат содержание. То есть, в принципе, ты понимаешь, что раз такое содержание, то уже должны быть достаточно веские основания, почти готово обвинительное заключение, и можно дела передавать в суд. Но на сегодняшний день, за все это время, я не видел ни одного дела, переданного в суд, ни по какому не видел результатов. То есть это, и когда такое массовое идет, то ты понимаешь, что это выглядит как компанейщина. Я вынужден просто говорить о том, что с моей точки зрения, это в определенной степени еще желание показать, вот смотрите, генеральный прокурор Стояногло ничего не делал, и вот смотрите, мы тут за месяц навели, вот сегодня 13 человек арестовали, там обыскали этих, там посадили этих и так далее. Вот такая чистка, она имеет и обратную сторону медали. Бизнес начинает затаиваться. То есть вы прекрасно понимаете, создается атмосфера вот такой нервозности и прочее. Борьба с коррупцией – это не компанейщина. Это ежедневная, тяжелая, тихая работа, и без шума, без этих маски-шоу и так далее. На 90% работа в кабинетах с документами, когда ты выкладываешь на стол все, что есть. Я пока этого не вижу. Это один фактор, не экономический, но он влияет на инвестиционную политику. Второй фактор, нам не удалось пока, ну, я все время говорю нам, потому что не отделяю себя ни от правительства, ни от этого, при всей моей критике мы все в одной посуде плаваем. Так вот, нам не удалось все-таки дать более-менее ясное видение сохранения кадров в Республике Молдова, причем кадров, которые могли бы служить основой для серьезных инвестиций. Мы видим, что продолжается, то есть вот 4 месяца, а последние опросы показывают, что число, особенно молодых трудоспособных людей, которые хотят покинуть родину, растет постоянно, и мы не можем им ничего не предложить. Я не видел ни одного решения, я даже не слышал ни одного выступления, ни одного слова, в которых было бы четко показано, что правительство понимает и хочет в скорейшем времени начать радикальную перестройку, восстановление в прямом смысле слова системы профессионально-технического образования. Потому что если университеты у нас на каждом углу, то квалифицированных слесарей, токарей и прочее мы не находим. Я не вижу реальных подвижек в осмыслении возможностей страны в проведении политики индустриализации. Потому что в свое время я приходилось разрабатывать стратегию индустриализации страны, которую правительство приняло под аплодисменты, под одобрение всех международных организаций. Это было в 2006 году. Через 3 месяца ликвидировало Министерство промышленности. Угу. Потом пришли другие правительства. В последнем Министерстве экономики, по-моему, в этой структуре не произошло изменений. Даже нет секции, подразделения, которое называлось бы промышленность. Угу. То есть этого, а мы говорим о индустриализации. Но за это время уже ситуация изменилась, и та стратегия, которую мы писали, и потом, которую в 2013 году правительство Филата продлило ее с определенным изменением, она уже давно устарела, потому что она все-таки в значительной степени была еще разработана и ориентирована на ситуацию, когда у нас есть большой кадровый потенциал, когда у нас достаточно большое количество людей в сельской местности, молодежи, которых можно перебросить туда, и когда можно было рассчитывать на приток каких-то более-менее крупных инвестиций. Но практика показывает, что, на мой взгляд, здесь надо, ну, я не могу претендовать на истину в последней инстанции, но дискуссия по этому вопросу должна идти, потому что ориентировка на то, что вот нам придет там Sony или подобная компания построит огромный завод, я думаю, эти надежды надо оставить.
Серьезные компании, даже если приходят, ну, те же там, как Фуджикура пришла, Драксельмайер, они ставят производство, даже не производство, а сборочные, очень такие мобильные, вы знаете, поставили ангары, посадили людей, они там собирают кабель, чуть что завтра они могут свернуться, серьезных инвестиций, да, они дают рабочие места, да, за счет этого у нас, в общем-то, промышленность начала выглядеть более-менее хорошо с точки зрения экспорта, она там на втором месте, но реально это не те инвестиции. А больших инвестиций, я думаю, что не следует ожидать, что будут строить серьезный завод по многим причинам, кадровые причины, сохраняющаяся политическая неясность, регион, который внесен, так сказать, в определенных кругах инвестиционных, как достаточно рискованный с различных точек зрения. Вот. И поэтому, да и будущее, в общем-то, надо ориентировать все-таки на, это, на ситуацию, когда надо искать прорывные точки в производствах, носящих индустриальный характер, но не привязанных к большим объемам трудовых ресурсов. Это наукоемкие технологии, это что-то связанное с какими-то целевыми производствами в области фармацевтики, учитывая то, что у нас есть традиции. Я не исключаю того, что надо вернуться. Ну, эта идея время от времени, так сказать, появляется, но она тихо умирает опять. И серьезно никто и не занимался, но я думаю, что это есть поле для серьезного анализа, и потенциал у Молдовы есть. Развитие медицинского туризма. Особенно в таких отраслях, особенно как стоматологического сюда приезжают, стоматология, да. Ортопед. Ну, сейчас приезжают ЭКО люди, так сказать, частно. ЭКО у нас дешевле, да, многие да, такие моменты. У нас есть определенный, так сказать, потенциал в развитии бальнеологических санаторного лечения. Это, конечно, не те турецкие курорты, но у каждого есть свое. И даже в этих условиях к нам приезжают люди из-за границы. То есть, ну, над этим надо работать, и пытаться решить все проблемы сразу не получается. Искусство управления заключается в том, что с ограниченными ресурсами ты должен выбрать правильно точки их применения. Вот исходя из того, что вы сейчас сказали, я попытаюсь разбить на несколько тем. Стратегия индустриализации. Я бы хотела понять, кто ее должен разрабатывать, потому что после разделения двух министерств, который был, да, министерство гиганта разделили на два, то мы создали Министерство инфраструктуры и регионального развития, которое частично, точнее, забрало большую часть того, что было в Министерстве экономики, и даже частично задело Министерство финансов. Огромное министерство с большими полномочиями, это они сейчас должны развивать, создавать эту стратегию? Значит, ну, во-первых, так, давайте разберемся немножко. Правительство тоже, еще предыдущее, не это предыдущие правительства, начали работать над этим, но до сегодняшнего дня не доведено до конца. Даже принято было постановление правительства, которое определяет порядок документов, их иерархию и так далее. Я думаю, что я, может быть, тоже несколько традиционно использую слово «стратегия», потому что, по большому счету, надо четко определиться, что стратегический документ в Республике Молдова, их должно быть несколько, буквально в социально-экономической области один, образование – это специфическая область, одно, может быть, стратегия безопасности, ну, 3-4, все. Поляки в свое время из 400 стратегий оставили 7. А вот под эту стратегию, которая является крышей, вот, допустим, Молдова 2030, которую там до сегодняшнего дня, насколько я помню, не приняли, хотя она вроде бы уже прошла определенные, но возникли вопросы, доработки, уточнения, сейчас. Доработки. Но будем представлять, что это крыша. А вот под нее начинают разрабатывать секторальные программы. И тут вопрос, который вы задали, он, конечно, очень интересный, потому что промышленность у нас выпала. Она не является инфраструктурой. Вот. С этой точки зрения, я думаю, что есть два варианта. Один из вариантов все-таки несколько откорректировать структуру правительства, то есть немножко перетасовать министерство. Обратно. Да. Можно объединить промышленность и энергетику. Хотя она сейчас в Министерстве инфраструктуры, но это настолько специфический и настолько важный сектор, что в этой каше он просто теряется. Если им заниматься серьезно, то тогда уходят на второй план не менее важные сектора, как транспорт, строительство и так далее. Поэтому я бы все-таки немножко перетасовал это
структуры министерства – это одна. Если этого делаться не будет, то все-таки, я думаю, что здесь надо во главу угла ставить Министерство экономики, потому что это все-таки политика государства в этом, но с привлечением специалистов отраслей. В свое время, когда в 2006 году мы разрабатывали под эгидой Академии наук вот эту стратегию, и мне, как говорится, выпала честь создавать и группу, и я имел полную свободу в привлечении тех людей, кого я считал нужным, в рабочую группу, так мы каждую неделю проводили заседания с директорами крупных всех промышленных предприятий. Тогда еще были и Мизон, и Сигнал, и все. И каждую неделю, вот блок написан, мы собирались и вместе сидели до полуночи в академии по каждому пункту с этими директорами. Потому что, к сожалению, у нас очень много документов, которые разрабатывают теоретически грамотные ребята в различного рода консалтинговых компаниях. Они красивы на бумаге, но когда начинаешь читать, ты понимаешь, что люди, которые писали, они хорошо знают теорию, но они в жизни гвоздя не забили. У нас при Министерстве экономики есть Институт экономики. Он раньше назывался Институт планирования, если я правильно помню. Ну, это там сложно. Там было несколько институтов, их сливали, разделяли. Там тоже сидят теоретики? В основном, да. И кроме того, вы понимаете, что происходит? Осталась часть достаточно старшего поколения, которые, в общем-то, ну, уже отошли от такой серьезной работы над такими документами. Хотя их привлекать, естественно, надо, потому что опыт и знания, как говорится, не пропьешь, и фундамент все равно есть. Вот. И молодежь, которая приходит, ну, насколько я знаю, они все-таки предпочитают такие темы, которые там, ну, звучат очень красиво, но больше построены на такой виртуальной теории. Там менеджмент, маркетинг, что-нибудь такое. И поэтому я не могу сказать, что на сегодняшний день там есть, ну, такое критическая масса, небольшая, но критическая масса специалистов, которые могут напрямую в этом участвовать. Более того, беда наших научно-исследовательских институтов, особенно экономического профиля, заключается в том, что, ну, их очень редко привлекали к реально практической работе разработки документов. То есть они получали задания, они разрабатывали теоретически, а министерство, вот знаете как, есть документ, а есть жизнь. Их спасибо вам за документ, но мы будем грузить алюминий, самый легкий железо. То есть сказать о том, что у нас происходит, поэтому это вечная, эта вот ситуация возникла не в период сейчас. Это было и при советской власти, вечно с институтами экономического профиля. То есть, с одной стороны, вы, как говорится, должны писать документы, которые отвечают линии партии или там руководству, потому что они уже заранее определили, что вот должно быть так правильно. А ведь наука, она как раз построена на том, что ты начинаешь разрабатывать разные сценарии, анализировать ситуации и так далее. Потому что написать документ под идею, высказанную начальником, для этого есть аппарат. Министерство, вот они должны выполнять ваши указания. А если вы хотите свежую мысль, то вы должны дать тем. Но для этого ты должен иметь там людей, которые могут, и самое главное, не бояться. Не бояться открыто высказать свою идею и иметь начальника, который способен выслушать критику и признать, что он был неправ, может быть, что его идея может быть неверна. Вот этих куча факторов, которые, к сожалению, очень редко встречаются у нас. Я смотрела рейтинги Республики Молдова в международном инвестиционный климат, как показывали. У меня постковидно до сих пор не прошло, память вылетает название. Вы меня простите, это не непрофессионализм, это я не могу восстановить до сих пор. Вылетает название, вылетает какое-то одно слово, извините. Так вот, там позиция Республики Молдова характеризуется очень четко. Непредсказуемая политика государственная. Меняется власть, меняется государственная политика. Соответственно, мы не очень привлекательны для хороших, приличных инвесторов. Насколько возможно, чтобы Республика Молдова, наконец-то, чтобы власти Молдовы, даже меняясь название партии, мы не меняли
правила игры для инвесторов, для бизнеса нашего отечественного. Это вообще мы теоретически можем себе представить такое? Ну, что ж, мы самые, как говорится, плохие и глупые на этой земле. Нет, если мы не другие самые могут, глупые, но мы какие-то очень амбициозные там, где не надо. Более того, нам это нужно больше, чем другим, потому что мы очень маленькие. Страна маленькая, население небольшое, и у нас ни одна партия не способна сформировать самостоятельно достаточно корпус управленцев и консультантов, которые решат все вопросы внутри своей партии. И всякая попытка, которую мы сегодня наблюдаем, эту огромную замкнутость, ориентированную только на своих правящей партии, она никогда не приведет к успеху. Это раз. Во-вторых, это наша традиция, что каждая новая власть начинает с того, что очень мало мы можем по пальцам пересчитать премьер-министров и других руководителей, которые обошлись на 100%, таких нет, но редко вспоминали грехи предшественников. Вот. Но чаще всего у нас каждый новый входящий в кабинет наверху начинает с того, что вот какое наследство ему досталось и прочее. Но сегодня мы постоянно слышим о том, что за 30 лет ничего не было сделано, только разрушали. В энергетике не сделали ничего, там только разворали, там то и так далее. Некоторым людям это нравится, действительно, вот мы же так плохо живем, а вот смотрите, потому что это было так и так далее. Но это достаточно примитивный подход, потому что есть и ошибки, есть и прочее. Вот в наших условиях, до тех пор, пока у людей, приходящих к власти, не созреет понимание того, что, получив власть, политическая партия, чем больше она получила, тем больше она имеет, так сказать, возможности самостоятельно управлять и продвигать своих людей. Это вполне естественно, потому что люди, которые в партии, они работали на эту победу, они тоже на что-то рассчитывают. Все мы живые люди, поэтому когда люди работали и так далее, потом вдруг партия пришла к власти, и человек ничего не получает, это тоже... То есть он должен получить какую-то... Кто пост, кто там какие-то продвижения и так далее. То есть это вполне естественно, но... При этом надо прекрасно знать кадровый потенциал страны в целом и уметь, если не формировать власть за счет посторонних, формируешь власть за счет своих, то все-таки все радикальные, кардинальные решения принципиального характера сценарий ты всегда должен работать с экспертами, независимо от их политических принадлежностей и так далее. Это, конечно, налагает определенные обязательства морального характера и на экспертов, потому что, предположим, включат меня в экспертный совет там при правительстве, да, я прихожу, там высказываю свое мнение и прочее, правительство принимает решение, не согласно. Вот тут, если меня привлекли, у меня должно хватать, так сказать, моральной этики в том плане, что я высказал свое мнение, я его обрисовал, но они не приняли в силу целого ряда других причин и прочее. В конечном итоге они принимают решение. И если после этого я выйду и начну на телевидении говорить о том, что это правительство дураки, они там ничего не понимают, то тогда это будет неэтично уже с моей стороны. То есть если я дал согласие, то я принимаю на себя определенные обязательства. Да, я могу публично высказать свое несогласие с этим, с какие-то аргументы и все, но я должен найти такую форму, которая прекрасно бы показывала, что это нормальный рабочий процесс. Вот такого у нас, к сожалению, нет, и это большая беда. Вот я вас как раз сейчас перебью. Я, по-моему, даже слышала о том, что при правительстве все-таки будет создаваться экономический совет, потому что они же тоже понимают, что должны думать о стране, а не только о своей политическом лице, как они будут выглядеть. Вот если вам поступит такое предложение, вы пойдете? Во-первых, у нас все правительства и все президенты имели в той или иной форме экономический совет. Я немножко вижу те экономические советы, которые существовали при всех премьер-министрах, я неоднократно писал об этом, я имею несколько другое видение по поводу этих экономических советов. На сегодняшний день формально этот экономический совет существует, даже было пересмотрено постановление правительства с внесением некоторых кадровых изменений и так далее. Что это за совет? Более широкий. Более 100 человек, представителей там бизнеса и прочее, которые там собираются. То есть я считаю, что в таких советах, если мы говорим, то есть что понимать с моей точки зрения, экономический совет при
премьер-министр. Я президента не трогаю, это в принципе не... Это дело правительства. Экономический совет при премьер-министре это должен быть относительно компактный орган, который, так сказать, включает людей достаточно свободно мыслящих, уже добившихся определенной независимости и способных независимый премьер способен воспринимать идеи, которые не совпадают с его точкой зрения. В случае необходимости эти идеи начинают уже обкатываться в более широком кругу, но это компактный такой орган. Потому что нынешние советы, я считаю, что в экономическом совете, если вот в том виде, в котором я его вижу, как совет, то там нечего делать с представителем бизнес-структур, потому что они прямо или косвенно всегда превращаются в инструмент лоббирования определенных интересов. Если какие-то идеи, какие-то проекты законов необходимо обкатать предварительно, никто не запрещает премьер-министру, министру экономики провести заседание с представителями бизнеса, собрать председателей ассоциаций бизнеса, если речь идет о регулировании, допустим, в целом бизнес-среды, встретиться с представителями, так сказать, ассоциации, условно говоря, производителей вина, если речь идет только об этой отрасли и так далее. Но ты уже выходишь с ним, когда ты с этими консультантами, которые, как говорится, ведь чем этот совет должен отличаться от аппарата? Аппарат ведь при всем, так сказать, квалификации и прочее, аппарат – это живые люди, которые тоже поставлены в определенные рамки. Ну, я практически не встречал, у меня было, как говорится, много случаев, я непосредственно в органах управления государством, меня считают часто, говорят, вы там работали, привыкли там руководить, вы там... У меня 50 лет стажа, из которых 6 лет я работал именно 5 лет в парламент, 9 месяцев вице-премьер. Все остальное время я работал в структурах, не имеющих никакого отношения к органам государственной власти. Другое дело, что я работал с ними все время, потому что выполнял заказы на них, участвовал в работе советов и так далее. И как бывший министр, и как участник этих советов, я прекрасно понимаю, что когда заседание ведет министр, или замминистра, и сидят шефы департамента без специалистов, то вы прекрасно понимаете, люди есть живые люди. Ну как человек встанет и скажет, когда знает, что господин министр, тут не так должно быть, тут и сам. Все, да, ну, хорошие идеи. И только достаточно уже опытные и, как говорится, в некоторых смысле, может быть, даже наглые консультанты независимо, они могут сказать, что вот это не будет работать, вот здесь надо в корне и прочее. Я еще раз повторяю, что даже в этом случае все равно последнее слово за правительством, за министром. Но при принятии решений, особенно в экономике, ведь экономика, она чем и сложна, и интересна, тем, что в любой ситуации, какая бы она ни была на первый взгляд простая, есть как минимум 2-3 решения. И чем выше поднимаешь уровень, тем больше у тебя сценариев развития. И вот в зависимости от того, и более того, и здесь надо брать умение брать на себя риски и прочее, потому что ведь еще чем отличается экономика от всех других отраслей? Вот автомобилестроение. Вы сделали модель машины, да? Разогнали ее, шарахнули об забор, посмотрели, разобрали. Ага, так, давайте заменим вот эту деталь, давайте это. Собрали вторую модель. Безопасность увеличим и так далее. Да, ага, вот шарахнули. Ага, вот эта модель лучше. А в экономике нет. Ты сегодня принял решение. Ты не можешь принять 5 решений одновременно. Ты либо делаешь так, значит, ты в голове. Но риск всегда на определенном отношении, на правительстве и прочее. И только через 5 лет может быть, можно будет сказать, да, вот то было неправильно, надо было по-другому. Но ты не можешь начать с той точки 5-летней давности. Все, это прошло. Надо принимать новое решение. И вот в этом интерес, в этом и трудность, в этом и опасность. И самое главное, что в этих ситуациях всегда надо уметь находить форму, разъяснить людям
почему надо делать именно так. Да, часто они будут недовольны. Вы можете разъяснять сколько угодно, что повышение пенсионного возраста – это необходимость в условиях Республики Молдова. И люди никогда не будут довольны. Но здесь уже ситуация, когда ты знаешь, что они недовольны, но решение принимать надо. Потому что у тебя либо это, либо повышение налогов для экономических агентов. Что за душных окончательно? И то плохо, и то плохо. Но это тебе дает возможность что-то улучшить, а это убивает тех, которые могут эти яйца нести. Вот ты перед выбором. Правильно, это дает время на то, чтобы все-таки увеличить количество рабочих мест, соответственно, повысить поступление в соцфонд, что позволит пересмотреть дальше. Но ситуация у нас с соцфондом вообще особенная, даже не хочу сегодня ее касаться, потому что мне кажется, что тут, знаете, такая лицемерная позиция со всех сторон. Все хотят выйти молодыми на пенсию, но не все хотят в полном объеме оплачивать, и мало кто спрашивает их детей, а ты заплатил в соцфонд, чтобы я получил пенсию? Вот такие у нас какие-то игры идут и с государством, и у каждого свое. Тема фармацевтики. Вы ее чуть-чуть затронули. Для меня она стала особенно актуальна в период, когда пришел ковид, который просто показал нам, оголил все наши нервы, показал нашу беспомощность. Нам казалось, что мы можем в любой момент все заказать, оно будет сюда приезжать и все привезти. И вдруг мы увидели, я помню господина Кику, который мне показалось даже в легком таком растерянности, говорил, что мы заказали, но нас перехватили и к нам не довезли то, что мы заказали, и мы ждем следующую партию. То есть должно ли быть правительство Республики Молдова видение, что должна быть какой-то минимальный запас, производимый здесь, на случай, когда, если очередной раз все границы будут закрыты и будет невозможно где-то в другом месте приобрести, и должны ли мы волевым решением заставить производить это здесь, в нашей стране, либо на государственном предприятии, либо на каким-то образом решить. Вот какой-то минимальный список, который будет представлять в том числе национальной безопасности, потому что здоровье – это нация, это национальная безопасность государства. Должны ли мы пересмотреть ситуацию с фармацевтической отраслью Республики Молдова? Ну, достаточно сложный вопрос, потому что действительно ковид, он ставит такие... Ну, вот представим себе на минутку. Ведь возникла ситуация, да, что нет масок у нас. Основное началось с масок. Ну, и защитного оборудования. Тогда еще никто не говорил там о вакцинах, вакцин вообще не было. То есть было возникло знакомым. Первое такое. Вот. Ну, очевидно, надо... Желательно было бы, чтобы специалисты в этой области, в здравоохранении и прочее, они могли бы разработать какой-то минимум более-менее стандартного оборудования, стандартного защитных средств и так далее. Ну, у нас же существуют государственные резервы продуктов питания, да, они существуют в определенном объеме, вот не только пшеница, но там консервы. У нас есть определенные государственные резервы, даже, насколько я знаю, там и одежды, каких-то средств на случай там катастрофы природной, войны, но это в любом государстве. Это данные секретные всегда были, но они есть. Значит, вполне возможно, надо бы, это специалисты должны сказать. Но тут возникает вопрос. Вот мы сейчас в пандемии, да? И у нас не было того и прочее. Вот надо было бы иметь. Значит, надо помнить, что любой запас, чего бы то ни был, это опять-таки финансовые расходы. То есть надо хранить. Хранение требует средств. Плюс периодически надо обновлять. Значит, ты должен сделать выбор, который позволяет тебе финансово. И второе, чтобы это не были выброшены деньги на ветер, в том плане, что это более-менее универсальное. Хорошо, когда инфекция такая, которая распространяется воздушно-капельным путем, то маска более-менее универсальна. Но где у вас гарантия, что завтра не появится какая-нибудь, извините меня, зараза, которая, так сказать, повреждает ноги людей? И нужны там совершенно другие препараты, и вы не предвидите. То есть случаи, от которых ты не можешь быть застрахован. Согласна. И поэтому, и плюс ко всему, ведь ситуация с того, что перехватили, возникла именно потому, что эта эпидемия приняла пандемический характер. То есть если бы это было только в Молдове,
то было бы достаточно быстро решена проблема с масками, со всеми. Но тут действительно начали, при всем своем благородстве, страны начали перетягивать одеяло каждый на себя, потому что... Фактически пиратство мы наблюдали. Да. Вот, поэтому это, я думаю, что это лишний повод для специалистов этого профиля посидеть, составить большой лист бумаги, написать, вот, Сергеевич, у нас что, масок. И, вот и выбрать, еще раз повторяю, несколько позиций, которые носят более-менее универсальный характер, которые можно применять в ситуациях с разными эпидемиями, потому что это речь не идет о лекарствах, речь идет о каких-то защитных. Не о лекарствах, давайте говорить честно. Мы были в полнейшей зависимости, и зачастую нельзя было найти элементарные противовирусные, не всегда были необходимы жаропонижающие, учитывая, что у нас у всех разные организмы, да, и мы по-разному реагируем, и нам доктора подбирали индивидуально, кому какой подходит, я уже не говорю про детей. Такие вещи, как грипп и все остальное, у нас есть всегда, поэтому, мне кажется, такие моменты необходимо задумать, а может быть создать какой-то специальный инвестиционный проект и привлечь кого-то производить здесь, на территории Молдовы, определенные виды лекарств для того, чтобы мы чувствовали себя в... Было такое объединение фармака, которое продолжает что-то выпускать, но надо посмотреть профили и так далее. Но там тоже есть проблемы. Я помню еще где-то 2006-2010 год, тогда президент Академии был Георгий Дука, и он провел в жизнь достаточно продуктивную, интересную идею о том, что в Академии наук, кроме институтов, должны работать еще, так финансироваться отдельные государственные программы. И было создано 12 государственных программ по разным секторам. Вот. И я был тогда руководителем программы по экономике, у меня было где-то 14 проектов от разных институтов. И была в том числе, было несколько программ по медицине, в том числе по фармацевтике. И когда представляли отчет, для меня тоже это было, так сказать, открытие, как, что фармака, что оказалось, что фармака, допустим, мы можем в достаточно большом объеме производить, ну, какие-то не современные лекарства, такие требующие высокой технологии, потому что это уже другой уровень, но тот же физраствор и прочее, а мы, оказывается, импортировали физраствор из Индии. Да. Но там уже начинаются интересы, так сказать, импортеров, интересы тех, кто распределяет. То есть эта сфера достаточно... Я сейчас пытаюсь рассуждать как человек, если бы я управляла государством, да, имея этот двухгодичный опыт, потратив такое количество денег, и в том числе и государственных, я бы задумалась. А если повторится, а если будет не COVID-19, я не знаю, Шмидт 358, и вот он будет еще хуже, и опять начнется, как я буду защищать свой народ? Мне кажется, что когда мы говорим о национальной безопасности, мы должны думать несколько шире, не только о том, что нам необходимы четкие непрозрачные границы, да, и новые амуниции для армии. Необходимо разделять все-таки, хорошо, есть у нас запасы пшеницы, да, у нас есть какие-то запасы топлива, да, мы сейчас говорим о резервуарах с газом, тоже хорошая мысль на самом деле с точки зрения запасов, да, и безопасности. Давайте говорить, смотреть и еще. Люди болеют, и их надо лечить. И мы не можем ждать, будет пиратство или не будет пиратства. Ну, я вам еще раз сказал, что идея, да, она нуждается в изучении, просчетах, сценариях, потому что если с чисто материальными защитными материалами сложно, но более-менее. Некоторые... А лекарства, они имеют срок годности, значит, вы должны создать эти условия. Кроме того, многие из них мы на сегодняшний день просто не способны обеспечить производство. Тот период, когда мы могли привлечь серьезных инвесторов фармака и на этой базе расширить этот сектор и прочее, мы упустили. Значит, сегодня надо искать какие-то возможности привлечь их другими какими-то пряниками. Хорошо. И прочее. Другие пряники. Ну, идея заслуживает разработки. Да. Вячеслав Яница. В этом году исполнилось 25 лет с момента появления первых двух экономических зон. Сейчас в Молдове их 43. Они были единственными сферами, где инвестировались деньги, создавались рабочие места. В этом году число работников превысило 18,5 тысяч, и он считает, что это может стать драйвером для развития молдавской экономики. Вы согласны с тем, что экономические создание свободных экономических зон в какой-то момент нас спасло, и впоследствии, что сейчас пришло время как бы расширить это, что они способны были решить главную проблему Молдовы — создание высокооплачиваемых рабочих мест. Они... Во-первых, все относительно, то есть уровень оплаты там немножко выше, чем в среднем по экономике, но не настолько
чтобы можно было говорить о том, что он реальный, это раз. Во-вторых, я все-таки в свое время, я как раз первый закон о свободных экономических зонах, я докладывал с трибуны парламента. Мы его тогда разрабатывали, он потом пришел. То есть вопрос абсолютно по адресу. Вот, да, и у нас было очень много надежды. Я вам прямо скажу, что потом, так сказать, под влиянием различного рода лоббистских интересов и прочее, вот так исковеркали, что в значительной степени свели на нет те идеи, которые были заложены на всем. Разрешили и экспорт, скажем так, продукции зон на территорию, внутреннюю таможенную территорию на Молдову, налоговые льготы почти практически все убрали. Ну, там много-много вещей, которые каждый раз кто-то лоббировал в порядке исключения, как у нас бывает. Вот. Но при всем при этом я не хочу обижать руководителей и резидентов экономических зон многих, но я считаю, что более-менее реальных подвижках, реальных успехах можно говорить только о зоне Бельцы со субзонами, ну и в какой-то степени, наверное, Унгены. Все остальные я не могу сказать. Да, есть какая-то жизнь в зоне Вулканешты, есть в Твардице, а Тачта, по-моему, умерла уже давным-давно. Вот, Молдова, Экспо Кишинев, ну, она изначально превращена была в торговую площадку, вот, там есть производство определенное, но, опять-таки, это сборочное. То есть то, на что рассчитывали изначально, и если сравнивать с успехами экономических зон в других странах, ну, тот же зона в Ирландии, в Шенноне, то это, конечно, небо и земля. Вот, поэтому их надо использовать по мере возможности, если есть возможность, так сказать, привлечь еще каких-то инвесторов, особенно вон там в Страшенах субзона, которая вроде, так сказать, должна показывать, либо когда инвестор приходит, как получилось под Аргеевым, когда пришла эта Сумитомо, кажется, японская, они изначально выбрали вот это место, сказали, мы готовы, но если нам дадут режим такой-то. Ну и оперативно правительство сработало, дало им статус субзоны Бельц. То есть это тот случай, когда не мы вкладываем ведь средства и потом ждем, что кто-то придет. А когда мы притягиваем, он говорит, что мне надо. Поэтому я изначально был большим скептиком, и, по-моему, это уже остановилось, вот эта идея, что в каждом районном центре мы создадим промышленную площадку, то есть надо вбухать деньги, значит, все подключить, электричество, и будет. Вот теперь они придут, потому что, а ему, может быть, нужно совершенно другое. И поэтому здесь надо очень, так сказать, гибкая политика, когда ты имеешь, так сказать, инвесторов, которыми ты уже знаешь, как их затянуть и работать под него. Кроме того, опять-таки, надо создавать системы, которые позволяли бы стать привлекательными для определенной группы компаний. То есть мы вот вначале начали говорить, что я большой скептик насчет того, что серьезные там компании, Sony там, или кто придут строить завод. Мне кажется, что нам надо очень хорошо поработать с сегментом. Есть молодые растущие компании, особенно в странах вот этих новых, те же прибалтийские, Чехия, Венгрия, Польша, та же Румыния, когда относительно молодая компания, который, с одной стороны, трудно на своем рынке конкурировать, хотя они начали, но они хотят, им надо где-то развернуться и начинать выходить на международный уровень. Вот этих надо притягивать, потому что у них есть энергия, у них есть задор, у них есть желание рисковать. И плюс ко всему, ведь во многих странах, допустим, вот та же Венгрия, когда правительство имеет специальную программу и тот же инвестиционный, ну, так называемый банк, на самом деле это агентство, когда правительство финансирует через систему льготных кредитов свои компании, которые будут открывать предприятия за рубежом для продвижения вот это экспорт-промоушен. Вот эту нишу надо очень хорошо изучать. Здесь большое поле. У нас работает агентство по привлечению инвестиций в этом направлении, но надо быть им все-таки более в этом отношении активны. То есть здесь нужен пласт,
здесь есть поля, на которых надо работать постоянно. То есть нужно терпение, потому что у нас очень много дел, которые начинаются. 2-3 года порох, и потом энтузиазм сошел на нет. В этом у нас большая беда. И у нас большая беда, что мы получаем огромную помощь от западных партнеров. Есть техническая помощь, как мы знаем. То есть техническая помощь – это консультации, подготовка специалистов и так далее. Но многие из них включают инвестиционные элементы и прочее. И за это время я могу насчитать десятки, если не больше, проектов, которые вот приходил в проект Европейского Союза, Тачис или USAID, создавалась группа, шла бурная работа в районах, создавались группы, там какие-то энтри, пока шло финансирование. Сидели наши консультанты, получали хорошую зарплату, приезжали зарубежные консультанты, которые получали в 10 раз больше, писали документы, учили людей. Казалось бы, платформа все, то есть теперь надо продолжать. Проект закрывался, уезжали западные консультанты, через полгода тюк-тюк, через год приезжаешь, этого проекта и след простыл, никакой работы. То есть вот неумение подхватить вот это тоже в значительной степени сводит на нет эффективность множества средств, которые, так сказать, и поэтому, когда спрашивают, вот там миллиарды потратили, а куда они ушли, вот я и говорю, что они ушли, потому что, не осталось последователей, которые готовы теперь продолжать на это. А вечно, здесь можно понимать, можно людей ругать, можно это самое. Я чисто по-человечески понимаю. Одно дело, когда сидел консультантом и получал достаточно приличную зарплату, больше, чем министр, и когда проект закрылся, теперь тебе самому надо зарабатывать. А это не так просто, и поэтому энтузиазм пропадает, и ребята ищут новый проект. И поэтому, когда берешь CV очень многих коллег, которые, так сказать, проработали в проектах, начиная с молодости, одно дело, когда человек прошел какие-то ступени, ну а потом уже, как говорится, на старости лет. А когда у тебя берешь молодому человеку лет 35, у него CV на 20 страниц, и ты начинаешь листать. 3 месяца в этом проекте, 2 месяца в этом проекте, консультант в этом. А что ты умеешь? Давайте консультации. Плавно подошли к вопросу, который, мне кажется, к концу 2021 года, да, последние дни, мы понимаем необходимость его поднимать, но большинство боится, в том числе для того, чтобы не получить очередную, как у нас сейчас говорят, да, порцию хейта. Мы посмотрели цифры по безработице, улыбнулись, потому что почему-то кто-то посчитал, что маленькая безработица – это хорошо. На самом деле это говорит о том, что у нас практически нет людей. Даже если открывать новые зоны у нас будут, кто там будет работать, остается большим вопросом. И даже в Кишиневе, когда разговариваю с представителями того или иного бизнеса, говорят, невозможно найти людей, подготовленных людей, невозможно найти на работу. Поэтому вопрос, должны ли мы пересмотреть свою миграционную политику и открыть хотя бы частично по определенным направлениям рабочие визы для граждан других государств, которые готовы сюда приехать, строить дороги, я не знаю, на определенные сборочные те же самые предприятия и так далее. Ну, тут очень много вопросов затронуто. Я думаю, что один из вопросов, который меня все время интересовал, одно время я глубоко не занимался им, но потому что нельзя все охватить, но просто логично возникает этот вопрос все время. И говорил со статистиками, они ссылаются на методологию Международной организации труда. Ведь что получается? У нас данные по безработице, они вообще очень великолепно выглядят. Какие-то там несколько процентов. Но вот представьте на минуту. Не, мы в эфире дальше, просто сейчас попрошу, проходят мимо по коридору и говорят слишком громко. Представьте на минутку, что хотя бы половина тех, кто работает сейчас за границей, вернутся в Молдову сразу. Какой уровень безработицы у нас будет? То есть у нас получается, что вот если вот эти безработные, которые сейчас у нас числятся в Молдове, соберут чемоданы и уедут, то у нас не будет безработицы. То есть это игра цифр, а те не возвращаются, потому что мы не можем их обеспечить рабочими местами.
Их не устраивает уровень заработных плат, которые здесь. Заработные платы, но даже не только заработные платы. Человеку надо дать не просто рабочее место зарплаты, оно должно быть чем-то оборудовано. Если в строительстве, значит, это должно быть определенный набор механизмов, инструментов. То есть тут целый клубок. Поэтому это вопросы методологии. А что касается вопросов, так сказать, вот этой миграционной политики, которую вы... Это вопрос очень щепетильный. Тут нужна очень осторожная государственная политика. Почему? Мы должны исходить из чего? Если мы поставим упор на создание относительно небольших, наукоемких, высокотехнологичных производств, в которых нужны специалисты, и не приходят иностранные инвесторы напрямую, но мы, как говорится, можем оказать им подпитку с хорошей зарплатой и каким-то пакетом, то тогда надо ориентироваться на более высококвалифицированных людей, но знать, что им придется платить, и они должны выступить, как говорится, локомотивом кого-то. Потому что вот мы недавно, я слушал очень интересное выступление Вячеслава Кунева, вы знаете, он у нас, и он как раз говорил, что у нас IT-сектор достаточно серьезно развит. Но он уже практически достиг своего потолка, потому что нет подпитки за счет наших учебных заведений. То есть нам можно, сектор потенциал имеет огромное, можно, но нет людей, потому что у нас не готовят этих студентов, этих специалистов, а перестроить ту систему образования не так просто. Но мы сталкиваемся с вами с ситуацией, когда у нас не хватает рабочей силы для более-менее масштабных проектов и той же публичной инфраструктуры, те же дороги и канализации и так далее. А вот на эти работы вы можете пригласить одного квалифицированного инженера-индуса, но за ним надо брать 100 работников из Африки, Азии, Латинской Америки или арабского мира, потому что надо понимать, что на эти работы, на эту зарплату придет неквалифицированный народ. А за этим потянется соответствующий весь клубок других проблем, социальных и прочее, прочее. Вот, если вы можете это сделать, разработав таким образом, чтобы просчитать риски и свои возможности эти риски прекращать, то тогда, да, этот шлюз надо открывать, но не так, как Европа. Ведь Европа, мы видим, что она пожинает, как говорится, да, в силу целого ряда. Да, но это мы не настолько привлекательны, чтобы к нам прямо вот такими... А мы не будем привлекательными с этой точки зрения. Вы, главное, когда откроете этот шлюз, то мы станем привлекательны в том плане, что будем рассматриваться как плацдарм для прыжка туда. Белоруссия, Польша. Да, вот это. Последний пример, да. То есть эти риски достаточно большие. Поэтому такое привлечение я не исключаю, но это должна быть... возьмем сейчас пример. Договорилась президент во время визита в Киев еще тогда, что вот будем иметь Киев-Кишинев трассу, да? Угу. Нужны деньги, нужна рабочая сила. Причем рабочая сила простая. Кроме квалифицированных инженеров, нужны обычные, так сказать, дорожные строители и так далее. Вот украинцы, насколько я знаю, они уже строят там и мост, а мы практически ничего. Вот если на этот конкретный проект под контракт на 1,5-2 года, сколько это надо, набрали там 200, так сказать, работников за рубежом, контракт закончился. Они выехали. Вот если мы можем обеспечить такую систему с надзором, что очень трудно, то тогда, как говорится, на это пойти. Но я считаю, я думаю, что мы пока находимся, наше движение такое, которое все больше приближает к точке, такой, когда будет ясно, что без этого не обойтись. Ну, я это понимаю, поэтому я смотрела цифры по демографии, по рождаемости, по тому, сколько человек покидает страну, и по тому, что говорят люди, которые ищут. Поэтому мы приходим к тому, что нам поздно или рано, нам придется начать хотя бы разрабатывать, хотя бы вот так, как вы говорили, по проектам, еще что-то, но более облегченный режим миграционный, потому что наши люди, даже не имея работы, многие не соглашаются на такую работу. Да. Они считают, что это ниже их достоинства идти строить дороги. Поэтому у нас возникает дефицит уже сейчас, и будет возникать все больше, например, на ту же уборку винограда.
Вопрос мне для вас прислали. Как, на ваш взгляд, правительство про бизнес или контрбизнес? Гайбу заявил, что основным драйвером молдавской экономики должен стать IT-сектор. Согласны ли вы? И стоит ли скидывать со счетов легкую промышленность, поскольку она не несет высокой добавленной стоимости и не может быть конкурентоспособной? Это очень хороший вопрос. И он выходит на такую концептуальную идею, которую постоянно пытаются представить то в одном или в другом виде. Вот это вечная проблема, роль правительства в формировании структуры экономики. То есть есть позиции, которые говорят о том, что правительство вот должно разработать модель экономики, должно, так сказать, то, и вот они должны сказать, что вот легкая промышленность должна быть, вот IT-сектор и прочее. И есть другое, когда режим должен быть более-менее либеральным, в котором, как говорится, пробиваются ростки того или другого, и правительство, обеспечивая более-менее всем равный режим, наблюдая за этим, видя, что вот этот растет, начинает и имеет перспективы, давайте его еще подтолкнем. Ведь возьмем IT-сектор. Вот если взять развитие IT-сектора в Республике Молдова, то ведь на первом этапе он не имел никакой поддержки со стороны государства. Ничего. Ребята там начинали на квартирах, там удаленка, там они подключались, пошло. Сколько было битв у них, что там, так сказать, налогообложение надо, им льготное надо. Нет, сектор. А потом этот сектор все-таки, как говорится, технологии, которые позволяли людям работать, входить в самые, так сказать, полезные контакты с специалистами и продавать свой товар за пределами страны, минуя всю эту бюрократию, он начал быстренько-быстренько расти. И когда правительство увидело о том, что то, что это действительно перспективно, тогда появились вот эти, что там немножко льготы по налогам, по социальным и прочее. То есть здесь получилось, не правительство подтолкнуло, а сектор начал пробиваться и показал, что да, мы имеем перспективу. Может начать приносить пользу. Легкая промышленность. Легкая промышленность, особенно там швейная и прочее, конечно, нужна. Во-первых, мы все время должны помнить о том, что у нас есть две территории, которые надо покрывать товарами. Внутренний рынок и внешний рынок. Швейная промышленность, возможно, нужна хотя бы для того, чтобы решать очень многие проблемы внутреннего рынка. Почему каждый платочек надо обязательно искать, где купить, в Турции? Да, это должно приходить, потому что существует дороже. Мода и прочее. Зачастую дороже. Есть объективные, есть субъективные причины. С кем? Потому что отдельные товары, допустим, у нас объективно дороже, чем те же украинские, потому что производство основано на высоком потреблении энергии, высоком потреблении каких-то ресурсов, которые в Украине дешевле. То есть уже изначально в себестоимости заложено меньше. Значит, выход тут один – технологии. То есть надо, а вот тут возникает вопрос вот этих инвестиций и так далее. Поэтому вот здесь я не исключаю того, что необходимо искать механизмы создания, так сказать, определенных фондов, государственных фондов инвестиционного характера, которые бы... То есть не банк. Государственный банк – это идея, которую надо давно закрыть и прочее. Государственного банка не может быть и речи, потому что иначе возникает государственный банк, что он будет вам давать кредит меньше, а за счет чего? Вот это коммерческое. А инвестиционное агентство? Инвестиционное агентство, может, допустим, вот я привел пример Венгрии, что да, они и дают, так сказать, для продвижения за рубеж. Но мы на начальном этапе можем, как говорится, делать это для внутреннего подталкивания. Вот, и венчурные фонды, когда начинается новое, так сказать, дело с определенным риском и прочее. Но здесь очень нужна очень железная рука тех, кто будут управлять, специалистов в каком плане? У нас, к сожалению, очень многие фонды поддержки в той или иной степени всегда становятся кормушкой для лоббистов. Ну, возьмем, опять-таки, не хочу никого обижать, но фонд субсидирования сельского хозяйства. Он имеет достаточно большие средства. Но большие
в масштабе Молдовы по сравнению с другими фондами. Но для того, чтобы снять прорыв в каких-то отраслях, надо сконцентрировать их на чем-то. Он в значительной степени сегодня также выполняет роль социальной поддержки. То есть мы пытаемся использовать механизмы субсидирования сельского хозяйства, ссылаясь на Европейский Союз. Вот там дают столько, а мы... Но мы не можем столько давать, это раз. А во-вторых, если обратить внимание на политику субсидирования аграрного сектора в Европейском Союзе, то суммы огромные. Но когда вы начинаете анализировать, то вы увидите, там они разбиты на красную книгу, желтую. Основная масса идет в так называемую зеленую книгу. То есть это финансирует отрасли, способствующие росту. Это наука, это образование, это новые технологии и так далее, которые работают в аграрном секторе. Поэтому вот это умение найти точки, которые дадут толчок, должны быть. То, поэтому... Легкая промышленность. Легкая промышленность, она еще ведь чем важна? Тем, что она может обеспечить рабочими местами значительную часть женщин, которые в других секторах, может быть, меньше нуждаются. А здесь работа для них более привычная, более знакомая, и использовать их трудно. Но над этим, так сказать, надо... Про сельское хозяйство говорить не буду, потому что тут пока меня еще никто не уговорил по поводу этих их субсидий и всего остального, потому что я как обыватель на своем кошельке это не чувствую никак. Вот честно. Чтобы я в Молдове за такие деньги покупала яблоки, чтобы я видела польские рядом дешевле, мне как-то вот честно. Прошедшие, чтобы у меня бананы были дешевле, чем килограмм яблок, это надо очень постараться. Ну вот я в этот пример, я прошу прощения, все, мне когда приводят пример с бананами и с яблоками, я все время говорю, я так и не понимаю, вы чего хотите, чтобы бананы стали дороже или чтобы яблоки дешевле? Я хочу, Александр Сергеевич, чтобы яблоки стало возможным покупать, понимаете, чтобы их не выбрасывали на обочину, если им не дают ту цену, которую они хотят. А их не выбрасывают на обочину? Ну нам, по крайней мере, ряд СМИ показывал, что значит, вот, выбрасывают. Я понимаю журналистскую, так сказать, профессию и прочее. Но это обыкновенный технологический процесс, когда яблоки убирают, они разносортные, есть хорошие, которые убирают в ящики, упаковывают и так далее. Есть часть яблок, которые опадают в силу червивости, есть мелкое, нестандартное, которые опадают, потом их сгребают в большие, так сказать, кучи, которые у свекловодов называются кагаты, вот эти кучи. Потом приезжает самосвал, в который эти яблоки загружают в самосвал и везет на консервный завод, на сок и прочее, прочее. Это нормальные технологии, и поэтому эти съемки о том, что смотрите, яблоки грузят и так далее, это на слабонервных. Сейчас сразу несколько фейк-ньюсов просто вот на месте разорвали. Еще хочу по Кишиневу все-таки вопрос, потому что я читаю ваши комментарии по Кишиневу, я так понимаю, вам нравится то, как меняется город. Ну, давайте будем говорить так. У каждого из нас и у каждого руководителя есть свои недостатки, но после 10 лет... Потому что было, мы за 2 года видим, что город хорошеет на глазах. При всех проблемах, недоработках, которые, потому что, ну, мы всегда хотим больше, это раз. А во-вторых, всегда легче сидеть в этом кресле и говорить о том, что он делает. Мне нравится. Не спорю. Вопрос у меня очень конкретный. Сегодня господин генеральный примар предложил парковку правительства и парламента сделать общественными. Вот это вот здание, где гараж находится. Вот насколько это удачная идея, господин Муравский? Но там есть одно дополнение, которое как-то исчезло. В нерабочие часы, в часы неработы депутатами правительства. Да, я понимаю, что это на ночное время. Ну, давайте так смотреть. Ну, ясно, что в рабочие часы, условно говоря, там с 7 утра до 19, до 20, конечно, делать открытой общественной парковкой, тогда люди, которые работают в министерстве, в парламенте, они что, будут полгода, полгорода и прочее, их время тоже дорого. Но если парковка будет с 20.00, условно говоря, до 7 утра, и в субботу-воскресенье, когда нерабочий день будет открытый, почему нет? А вы, Виктор Киронда написал комментарий, вы не видели? Нет.
Он сообщил о том, что обращение на эту тему было им, когда он был 2 года назад, сделано, они направили это письмо госпоже Гречане, которая на тот момент была спикером парламента, и получили очень четкий по пунктам ответ, что занимает, собственно, транспорт парламентский только первый, второй, третий этаж, но, соответственно, СИБ и служба охраны не позволят, чтобы верхние этажи, проезжая мимо этих машин, должны будут проехать. Во-вторых, там заезд и выезд, там только одна дорога, что не соответствует безопасности и уже не позволяет делать такие парковки. И тогда госпожа Гречанная тогда подписала вот это письмо, ответ, что это невозможно по целому ряду технических причин. И там находится много помещений, там кроме непосредственно гаража, много помещений, где документация, где слесари, где то, первое, второе, пятое. Вот. То есть господин Примар знал об этом ответе, но все равно опять выходит с этим предложениями, что в принципе можно это сделать исключительно при том, чтобы туда инвестировать несколько, с десяток практически миллионов лей, чтобы ее реконструировать, переделать, там технические изменения внести, и только при таком раскладе возможно что-то можно будет, ее можно будет использовать не только для парка правительственных и парламентских машин. Ну, я не знаю этих технических деталей. Я, например, думаю, я даже, может быть, учитывая не следующее, я даже не продумал про этот вермишель, я подумал, вот правительственная парковка за дворцом Октомври, Николай Сулак, открытая площадка. Вот я про это подумал. Конечно, наверное, если есть такие технические возможности, технические проблемы, то надо сидеть посмотреть. Подумала о том, что если нужно 10 миллионов лей, неужели мы не можем за 10 миллионов лей построить где-то в городе другую парковку, которая будет только такого направления? Ну, давайте так, раз у нас территория свободы, мы должны учитывать то, что есть определенные заявления, которые, наверное, все-таки имеют под собой подоплеку какого-то пиара политического. Я не исключаю того, что господин генеральный примар имел и это в виду. Вот. Хотя идея сама по себе, как говорится, вот такого рода. Потому что тут же вопрос заключается действительно в том, что какая часть. Потому что там же часть парковки для... Когда приезжают депутаты, часть парковки, которая занята постоянно, потому что есть служебные машины. Значит, есть идея. Ее надо изучать, потому что ответить «нет» всегда легче. Если ответить «нет», вот ответ госпожи Гречанной, да, он достаточно аргументированный. Через 2 года, может быть, тому, надо рассмотреть. Я сомневаюсь, что за 2 года сильно там изменилась обстановка в этом здании. Я о другом. Парковки нам нужны. Это боль Кишинева. Искать мы их будем... Более того, сейчас еще становится ситуация... С одной стороны, как бы открывают, но с другой стороны, многие... возможности парковаться раньше убирают с тротуаров, ставят вот эти вот, и теперь уже точно не въедешь. Я вот смотрю по проспекту Григория Виеру, там, где вот этот магазин новый, Линелла, прочее, там же все было. Я думаю, что Линелла скоро оттуда уйдет, потому что там нигде не парковаться нельзя. Что должно быть впереди, телега или лошадь? Потому что запреты на парковку ставят, а количество парковок в городе не увеличивается. Соответственно, нас вынуждает отказываться от автомобилей. Город, вы же прекрасно знаете, Лили, вы не только в Кишиневе бывали, ездили. Это проблема всех больших городов. Вот, это Петр I был гениальный строитель, который изначально Петербург строил с такими широкими улицами, когда кареты только были, а он уже, как говорится. Но большинство европейских городов, эти узкие улочки, где нет... Еще у нас паркуемся мы так, что я, как говорится, стараюсь припарковаться, когда есть возможность, так, чтобы было до передней машины место, чтобы можно было вывернуть, а там бампер в бампер. То есть это реальная проблема. Кишинев, конечно, не был приспособлен к этому. Количество машин увеличивается с каждым годом быстрее, чем возможности города расширяться. Свободных площадок не так уж много. Значит, это все комбинировано.
Да, вот идея, как говорится, хорошая, насколько я знаю, что будет на въезде в город открыта большая парковка с тем, чтобы люди... Но, с одной стороны, это как должен работать городской транспорт. Общественный транспорт, конечно. Это раз. Во-вторых, это культура населения, которую ты знаешь, что приехал, оставил машину, теперь ты и так далее. А уже машину оставлять, я, например, ну ладно, я уже в возрасте, но уже настолько ты привыкаешь к этому, что три квартала, ага, быстренько сел за руль, и поехал. То есть есть много вещей, которые... Это работа с населением, это учет возможностей и прочее. Ну и, наконец, в градостроительных планах, во всех этих разрешениях на строительство новых домов, наверное, уже... Это, конечно, земля дорожает с каждым годом, но от этого никуда не денешься. Значит, надо максимально использовать возможности и подземные парковки, или, если дома строятся, вот строят возле меня 4, 5, 6 домов один в один, но все жильцы уже с машинами. И ни один из домов не имеет подземных парковок. Да, и где они будут? Будут на 3 этажа. То есть, поэтому уже в этом должно быть. Ага, поставили 2-3 дома, значит, воленс-ноленс, но вот должна быть определенная площадка на каких-то там 50-100 машин, обязательно должна быть, иначе... Мы заканчиваем программу. Александр Сергеевич, чего нам ждать от 2022 года? Экономических показателей мы можем надеяться на улучшение? Или будем продолжать, как вначале вы сказали, наше инерционное движение? Я пока, мы с вами начали разговор этот, я сказал, что я пока не вижу ни одного решения правительства, которое закладывало бы фундамент для вот этого роста. Поэтому, с моей точки зрения, 2022 год будет характеризоваться, ну, во-первых, продолжением роста инфляции. По прогнозам Национального банка 14%, может быть, даже выйдем на большее, если только Национальный банк не будет продолжать, так сказать, вот это вот закручивание гаек через повышение нормы резервирования, повышение ставки рефинансирования, но это имеет обратную сторону, это повышение стоимости кредитов и бьет по экономике. Это одна сторона. Вторая сторона, меня очень беспокоит вот это, что Министерство финансов представил и парламент принял бюджет в 15 миллиардов, рекордный дефицит бюджета, какая-то часть будет покрыта за счет внешних источников. А в прошлом году сколько было? Закладывали 14. А, потом получилось больше. Получили меньше. Да. Потому что я слышала, последние цифры были тогда, в начале года, и про 18 говорили миллиардов. И про... Нет. Значит, спекулировали, как всегда. Да, и вот тут вот то, что вы видите, последние вот уже пару месяцев Министерство финансов размещает облигации ГТО, да, на рынке, и они практически не расходятся. То есть они выставляют на 2 миллиарда, размещают там на 150-200 миллионов при ставке, которая уже в два раза больше, которая была в прошлом. То есть сейчас уже последний раз, если мне не изменяет память, где-то было 7, чуть даже больше процентов, если раньше было 3,5. Банки не берут, потому что на фоне ожидаемой инфляции в 15%, 7, конечно, уже. Но Минфин для того, чтобы получить приток средств, вынужден будет повышать эту ставку. Но повышение ставки приведет в конечном итоге к тому, что нам надо будет размещать облигации для того, чтобы выплатить проценты. Выплатить проценты будет больше, чем мы займем на рынке. Это раскручивает спираль пирамиды ГКО. То есть это достаточно очень опасная, скользкий, да, опасный путь и так далее. Потому что российский дефолт 98 года – это раскручивание пирамиды ГКО. Вот на какой момент остановиться и как остановиться, вот здесь нужна буквально хирургическая работа правительства и Минфина. Я, к великому сожалению, пока уверенности в их возможностях не имею. Тогда я вас еще раз спрошу, если все-таки при премьер-министре, либо при Министерстве экономики или финансов создадут вот этот узкий совет, где будет, не знаю, 7-8 человек, которые имеют опыт работы в экономике, административной работы, вы согласитесь войти в такой совет? Знаете, 2-3 месяца назад, когда эта вся свадьба начиналась, я бы без колебаний ответил, да, меня интересует проблема, и мне не важно, правительство коммунистическое такое, есть проблема, я, как говорится, вижу и прочее. Но сейчас у меня очень большой вопрос,
по нескольким параметрам. Ну, во-первых, я уверен, что они этого не сделают. Я не верю в то, уже, как говорится, знаете, вот как тот скорпион на лягушке, против природы не попрешь. Вот я вижу это такое. А во-вторых, откровенно говорю, после того, что они творят с тем же Стояногло и прочее, у меня нет никакого желания. Вот я открыто высказываю свои предложения и прочее. Хватает мозгов, согласны со мной, возьмете на вооружение и без того, чтобы ссылаться на меня. И мне не, я уже прошел все это, и мне не надо, что вот Муравский сказал, и мы это сказать. Я уже это прошел. Сумеете? Считаете, что я? Потому что ведь я нахожусь в очень интересной ситуации, в каком плане? Ну, вы знаете, что я достаточно много пишу и прочее, и получаю много откликов, и критических. Так вот, меня все время удивляет позиция критиков, ну, троллей оставим в покое, вот критиков, которые могли бы. Я практически никогда не встречаю критики и возражений по сути сказанного. Согласна, у меня даже согласна. Критика возникает такого. А вы что делали? А что, Дадон не так делал? А что Кику там не так делал? А вы в 99-м году калоши раздавали. Мы не только калоши, мы и масло раздавали, и сахар раздавали, и так далее. Но я говорю о проблеме, которая стоит сегодня. Вот ее надо решать, или она будет влиять на сегодня. Вот то, что было с Дадоном, было со Стурзой, было со мной 5 лет назад, год назад, оно влияет на сегодняшнюю ситуацию? У вас есть возражения по этому моему предложению? Если да, я готов выслушать. Если вы докажете, что я ошибся, я скажу, извините, я действительно ошибся, все. Вот это я понимаю разговор. Поэтому я... Пока не готова идти на встречу. Я почему спрашиваю? Я как раз один из тех людей, которые в предвыборную кампанию был категорически и выступала против вот этих вот полезных голосований и всего остального, потому что я понимала, к чему это приведет. После выборов я помню, что я разговаривала с теми представителями партии «Действия солидарности», и говорила о необходимости не узкопартийного правительства, а более широкого разговора. И я не именно потому, что согласна с вами, что у нас не было такой партии, у которой было бы полное, абсолютно на всех областях количество необходимого уровня людей, специалистов в каждой области. И причем так, чтобы назначать не только министров, сохранить и парламентскую фракцию, министры, государственные секретари и все. Тогда они были вице-министрами. Поэтому мне казалось разумным остановиться, подумать, пригласить на переговоры, если не представители других партий, то хотя бы людей, которые имеют взгляды и понимание ситуации. Поэтому я сейчас и спрашиваю, может быть, наступит момент, когда остановятся, пригласят тех, у кого есть опыт, пускай по узким специальностям, и будут говорить, что какие есть у вас предложения здесь, какие по этому направлению. Поэтому я и спрашиваю людей, которые ко мне приходят, насколько они готовы сотрудничать. Почему? Я сказала об этом осенью, могу повторить, от того, как будет действовать власть, и неважно, какого она цвета, от какой партии, зависит жизнь всех нас в этой стране. Поэтому я, может быть, наивна, может быть, в каком-то, не знаю, еще в розовых очках, как пишут мне иногда друзья и коллеги, пытаюсь объяснить, что должно происходить, чтобы мы все жили хорошо. И мне не интересно, какая партия в этот момент это будет делать, и с кем они будут сотрудничать, и с кем нет. А пока мы будем говорить о гоноре, партбилетах или всем прочем, у нас так и будет получаться перекидывание, как в волейболе, через сетку друг на друга обвинений, а мы говорили об экономике, вперед мы не идем. Согласен, ну как говорит любимая тетя Соня, будем жить, будем посмотреть. Спасибо, Александр Надо Сергеевич. Уметь отделять, хотя это трудно, политику от решения конкретных реальных проблем. Да. Спасибо вам большое за то, что сегодня Спасибо отвечали за на мои вопросы. Сегодня мы пытались, точнее, я пыталась задавать вопросы. Я 100 раз говорила, что я не экономист, и мне довольно сложно, да, рассуждать на эту тему. Спасибо, что Александр Сергеевич нам отвечал на эти вопросы. С вами я увижусь в студии, наши зрители, в четверг. Будут две части программы, обе о политике, одна больше международной, другая более внутренней. И на следующей неделе, 27 и 30, мы тоже будем в эфире, работаем до последнего дня. Будем подводить итоги. Еще раз благодарю Александр Сергеевич, Муравский. Меня зовут Лилия Бураковская. С вами увижусь на территории свободы в четверг. Всего хорошего, берегите себя и своих близких.